Но я не думаю, что у нас из-за сноса какого-нибудь парка будут такие массовые выступления. Честно говоря, понимаете, Турция — это за граница, да, и нам обсуждать то, что происходит там, не очень корректно. А то, что происходит у нас, я не знаю, я бы не хотел, я вообще противник всех этих революций, на самом деле, всех этих бунтов, потому что все-таки, если посмотреть на нашу историю, то если у нас что-нибудь такое случится, будет кровь, реки крови причем прольются, мало никому не покажется.